Приветствую всех на своем канале, любимых подписчиков и гостей. Если вы находитесь на моем канале впервые, советую подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Сегодня мы будем рассматривать узор для ажурного жакета. Рисунок простой. Итак, мы начинаем. Раппорт узора. 5 петель на 2 ряда. Для примера нам надо набрать 22 воздушные петли. Плюс, держим петельку, 3 петли подъема. 1, 2, 3. От той петельки, которую мы держали, заходим в следующую и провязываем столбик с накидом. 1. Теперь пропускаем 3 петли внизу. 1, 2, 3. Заходим в четвертую и вывязываем столбик с двойным накидом. 1. Вот так. Делаем 3 воздушные петли. И в ту же точку, где мы только что провязали столбик с двойным накидом, мы вывязываем столбик с одним накидом. Элемент связан. Далее мы заходим в следующую петлю и провязываем столбик с одним накидом. Отсчитываем 3 петли внизу. 1, 2, 3. Заходим в четвертую и вывязываем столбик с двойным накидом. 3 воздушные петли. И в ту же точку мы вывязываем 1 столбик с накидом. Элемент связан. Далее заходим в следующую петлю и вывязываем столбик с одним накидом. Пропускаем 3 петли внизу. 1, 2, 3. Заходим в четвертую и вывязываем столбик с двойным накидом. 3 воздушные петли. И в ту же точку вывязываем столбик с одним накидом. Элемент связан. Заходим в следующую петлю. Вывязываем столбик с одним накидом. Пропускаем 3 петли внизу. 1, 2, 3. Заходим в четвертую и вывязываем столбик с двойным накидом. Три воздушные петли. И в ту же точку столбик с одним накидом. Элемент связан. В последнюю петлю мы вывязываем столбик с одним накидом. Первый ряд связан. Одна воздушная петля. Переворачиваем работу. У нас сейчас мы работаем с двумя столбиками с накидом. Каждый столбик мы вывязываем столбики без накида. Две штуки. Два столбика, два столбика без накида. Три воздушные петли. Над следующими столбиками, тот, который у нас наискос, мы пропускаем, а над следующими столбиками в макушку, вот сюда, мы вывязываем столбик без накида. 1, 2. Три воздушные петли. Следующие два столбика провязываем. Два столбика без накида. 1, 2. Три воздушные петли. Следующие два столбика. Два столбика без накида. Три воздушные петли. 1, 2, 3. И в конце ряда мы вывязываем один столбик без накида в столбик предыдущего ряда. И в третью петлю подъема мы вывязываем еще один столбик без накида. Второй ряд связан. Теперь набираем
Раппорт узора связан. Все. 5 петель на 2 ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем. Заходим во второй и вывязываем столбик с накидом. Пропускаем 3 петли внизу. Вот эти вот, которые 3 только что мы набрали воздушные. Заходим в четвертый. Он у нас находится над столбиком. И вывязываем столбик с двойным накидом. 3 воздушные петли и в ту же точку 1 столбик с накидом. Элемент связан. Теперь нам все видно и все понятно. У нас здесь было 2 столбика с одним накидом. После того, как мы связали элемент, мы заходим в следующий столбик и вывязываем столбик с накидом. Заходим в следующий столбик и вывязываем 1 столбик с двойным накидом. 3 воздушные петли. И в ту же точку мы вывязываем 1 столбик с накидом. Элемент связан. В следующую петлю мы вывязываем столбик с накидом. Пропускаем 3 воздушные петли, заходим в следующий столбик вот сюда, в макушку, и вывязываем столбик с двойным накидом. Три воздушные петли и в ту же точку 1 столбик с накидом. Элемент связан. Заходим в следующий столбик, вывязываем 1 столбик с накидом. Делаем двойной накид на крючок. И следующий столбик, вот в этот, мы вывязываем столбик с двойным накидом. 1. 3 воздушные петли. И в ту же точку мы вывязываем 1 столбик с накидом. И в третью петлю подъема мы вывязываем еще 1 столбик с накидом. Третий ряд связан. 1 воздушная петля. Переворачиваем работу и вывязываем 2 столбика без накида. 3 воздушные петли. Следующие 2 столбика предыдущего ряда мы вывязываем 2 столбика без накида. 1, 2. 3 воздушные петли. И следующие 2 столбика. 2 столбика без накида. 3 воздушные петли. 2 столбика без накида. 3 воздушные петли. 2 столбика без накида. 1 столбик в столбик и 2 столбик в 3 петлю подъема. 4 ряд связан. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем. Заходим во второй и вывязываем 1 столбик с одним накидом. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в следующий столбик и вывязываем 1 столбик с двойным накидом. 3 воздушные петли и в ту же точку, в тот же столбик, 1 столбик с одним накидом. Заходим в следующий столбик и вывязываем 1 столбик с накидом. Делаем двойной накид. Накид. Заходим в следующий столбик и вывязываем столбик с двойным
накидом, 3 воздушные петли и в ту же точку столбик с одним накидом. Заходим в следующий столбик, вывязываем столбик с накидом, делаем двойной накид, пропускаем 3 воздушные петли, заходим в следующий столбик, вывязываем столбик с двойным накидом, 3 воздушные петли и в ту же точку еще один столбик с накидом. Заходим в следующий столбик, вывязываем столбик с одним накидом, делаем двойной накид нити на крючок, заходим в следующий, пропускаем 3 воздушные петли, заходим в следующий столбик, вывязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, в ту же точку 1 столбик с одним накидом, и во вторую петлю, в последнюю, мы вывязываем столбик с одним накидом. Пятый ряд связок. Одна воздушная петля. Переворачиваем работу. Провязываем 2 столбика без накида. 3 воздушные петли. Заходим в следующие 2 столбика. Вывязываем столбик без накида. И второй столбик без накида. 3 воздушные петли, 2 столбика без накида, 1, 2, 3 воздушные петли, заходим в следующие 2 столбика с накидом предыдущего ряда, вывязываем 2 столбика без накида, 3 воздушные петли. Заходим в один столбик, вывязываем столбик без накида. И в третью петлю подъема мы вывязываем столбик без накида. Шестой ряд связан. Мы связали образец согласно схеме. Ну вот и все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. А пока-пока!